Мы заботимся о памятниках, потому что это наша история, и ее мы не должны забывать. Память не должна храниться под слоем пыли, считают школьники и старательно стирают грязь с камня. Мемориал воинам, погибшим в годы войны много лет назад, они взяли под свою опеку. Шестиклассники смахивают пыль с каждого из 105 имен, с высеченных на памятнике фамилий жителей села Раздольное, которые отдали свою жизнь на полях Великой Отечественной. Мемориал здесь установили в 90-х на средства земляков, погибших солдат. Оттого еще бережнее селяне хранят историческую память и с удовольствием приводят в порядок каменное свидетельство тех страшных событий. Люди, которые уходили на фронт именно из этого села, они очень старались, воевали ценой своей жизни. И мы в знак благодарности все должны убираться тут и не сорить. Сюда школьники приходят несколько раз в год, не только на праздники. Тщательно отмывают постамент накануне 9 мая, 23 февраля, 22 июня, в День памяти и скорби. Приходят сюда и на Пасху. На этот раз за тряпки школьники взялись в рамках месячника военно-патриотической работы, приуроченного к грядущему 70-летию Победы. Месячник объявили в Сочи на прошлой неделе. Когда вчера было объявлено о том, что мы сегодня начинаем акцию, которая будет еженедельно проходить по уборке этой территории и еще на захоронение на соседнем кладбище, то дети с большой инициативой откликнулись. Было желающих больше, чем, как говорится, можно было взять. Позаботились школьники не только о самом мемориале, но и о площадке и небольшом сквере около него. Здесь скопилось немало мусора. Здесь очень много бутылок, сигарет и бумаг, и прочее. Мы собираем мусор для того, чтобы город был чистым. В следующий раз, говорят школьники, к памятнику они придут уже не с вениками и тряпками. 23 февраля, в День защитника Отечества, к мемориалу они возложат цветы, как благодарность за бессмертный подвиг погибших односельчан. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.